История своей малой родины для славянской детворы становится ближе и доступнее. 3 дня в неделю в городском парке аттракционов сотрудники Славянского историко-краеведческого музея в рамках летней оздоровительной кампании проводят для детей разнообразные тематические мероприятия. Летом юные славянцы получают уникальную возможность познакомиться с историей своего родного края, не посещая музей. Во вторник, среду и четверг с 10 до 12 часов в парке аттракционов работает детская досуговая площадка «Яркий мир». В интересных конкурсах, играх, викторинах и мастер-классах могут принять участие все желающие. Каждое мероприятие посвящено какой-либо определенной тематике. Мы стараемся свою работу строить в игровой форме, чтобы детям не только было познавательно, но и интересно. Поэтому все знания мы, скажем так, зашифровываем в какие-то познавательные игры с фишками, с разнообразными головоломками. Все это позволяет не только приятно провести время, но и подчеркнуть для себя что-то интересное. В день, когда мы снимали репортаж, для ребят была проведена краеведческая игра на знание интересных исторических мест нашего города. Дети с удовольствием играли, а заодно и узнавали что-то новое о своей малой родине. Сегодня я шла по улице и увидела очень интересную игру. Я решила со своей двоюродной сестрой поиграть в нее. Игра называлась «Знай свой край». Эта игра очень разнообразна и интересна. И иногда надо вспомнить, что находится в твоем городе, в котором ты живешь. Потому что некоторые даже не знают историю Славянска на Кубани, а некоторые ей просто дорожат. И давайте все знать и уважать свой край. Детская досуговая площадка «Яркий мир» будет работать до конца лета. Приводите своих детей, пусть их каникулы пройдут увлекательно и с пользой. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».